Эти дети прятались от мамы, потому что, когда она наливала им сок, на последний стакан оставалось совсем немного. Но она не хотела, чтобы дети знали об этом, поэтому добавила в стакан воды, чтобы он казался полным, хотя это и делало его невкусным. Но они вели себя так, будто ничего не заметили. Она дала им каждому по конфете, а плохую взяла себе. Но когда один из них попросил конфету, и она пошла за ней, он быстро поменял свой стакан на ее. Но он никогда не знал, что его брат втайне подменил его стакан своим, потому что всегда хотел для них самого лучшего.